Салют, дамы и господа, приветствую, катаны, с вами я, Метатроныч. Сегодня у нас распаковочкинг, распаковочкинг фонарный. Зарядное устройство от X-Star, вы уже видите. Вот, все прямо вот здесь и написано. Давайте раскроем и посмотрим. Здесь целых два зарядных устройства, новинки. Ну, относительно, конечно, кому-то и не новинки, наверное, но для меня новинки, поэтому решил, как говорится, брать, пока новинки нужно брать. На самом деле, друзья, вы очень много пишите по поводу, вот, вышло зарядное устройство, расскажи, покажи. Ну, как я вам его расскажу, покажу, если у меня его нет на руках, вот, только ради вас. Потом кто-то еще спрашивает. А правда ли, почему так долго не показываешь? Ну, блин, пока закажешь, пока придет. Вот, пожалуйста. Кушайте с булочкой, не обляпайтесь. Это у нас VC4. И вторая зарядочка, коробочка побольше. Вот она красивая, VP4. А так же, как VP2, только VP4. Но в отличие от VP2, она не умеет заряжать 4.35, если я не ошибаюсь, да, не умеет. И нет здесь функции Powerbank. Ну, в общем, X-Star урезает осетра на больших зарядках, что, мне кажется, неверно. Нет, несколько. Давайте начнем с VP4, заглянем внутрь, посмотрим комплектацию. Собственно, для этого мы здесь все сегодня и собрались. Так, открываем аккуратненько. Ну, данные, техданные, да? Быстренько можем заряжать до 1 ампера от 12 вольт питается. Ну, здесь все стандартно. TC, CC, CV, вот, пожалуйста, алгоритмы окончания заряда до 4,2 вольта. Литий кушаем любой, да? Собственно, все. Что еще добавить-то, прибавить? Просто на 4 слота плюс с показометром. Все, больше ничего нету. Отодвигаем, достаем комплект, значит, простой и незамысловатый. Зарядное устройство, приятненько так. Прям оно здоровое какое-то, наверное, потому что под баночки большие рассчитано, как их там, 26, что-то там, я уже не помню, там, 26650, вот. Крайние слоты именно под эти банки рассчитаны. Переключатель. Да, конечно же, 1 ампер он не везде может лить. Если поставить 4 аккумулятора, то ток вот здесь будет пол ампера, а здесь будет либо 1, либо тоже пол ампера. Еще не знаю, все это в тестах узнаем. Конечно, да, можно посмотреть инструкцию. Вот здесь код проверки, пожалуйста, validation код. Его надо сравнивать с тем, что вот здесь вот у нас закрыт, если одинаковые или не одинаковые. Так, вот тут у нас что? Режимы с одним ампером, только крайние слоты, да, работают. Ладно, все это я разберусь и в обзоре вам же расскажу. Сейчас мы просто посмотреть. Да, блок питания, кстати, точно такой же. Да, точно такой же, 1 амперный, как и на, абсолютно такой же, как и на VP2. Но VP2, она, в отличие от VP4, мне больше нравится, но она на 2 слота. Бывает так, что хочется 4 слота, хочется с показометром, с вот таким вот, и вы хотите вот именно VP4, покажи. Мы посравниваем их, сейчас покажу VP2. Вот она VP2, вот она VP4, видите, да? Разницу, пожалуйста, VP2, VP4, смотрим. Давайте включать. Просто не всем нужны Powerbank, это функция Powerbank в зарядном устройстве, она как бы есть, ну и многим плевать, что она есть. Так, загорается экранчик, 0,5 ампера, видите, мерцает, потому что диодики. Можно переключать ток. 5 ампера, 0,25, 1 ампер. Можно поставить аккумуляторы сейчас. К примеру, поехали, да? Раз, два и три. Что мы видим? Мы видим, как жутко мерцает на камеру диод, потому что он обновляется с периодичностью. Ну, но аккумуляторы заряжены. Показывается вольтаж и индикация заряда, максимально или нет. Можем переключиться во время заряда на любой ток, кроме 1 ампера, если у нас заняты слоты. А если мы средний вытащим, то сможем и 1 ампером заряжать. Да, вон он был. Вот, замечательно. Попользуюсь чуть-чуть, дайте время попользоваться, да? Тогда расскажу. Отличия такие, что нет Powerbank, нет переключателя, нельзя
заряжать там 3,2, 3,6, 3,8 вольт, то есть там 4,35 который вольта, лифипошки и прочее нельзя, просто литий только можно, но зато с таким же экранчиком и, собственно, все. Напомню, VP 2, обзор на нее у меня есть, посмотрите, горячо рекомендую, самая хорошая зарядочка пока что на данный момент, для кого нужно там два слота максимум. Она не показывает, да, залитую емкость, но в свое время, в своем классе она лучшая была по именно наличию всего этого функционала. И Powerbank, пожалуйста, и любой литий, который есть, зарядить вы ей сможете. Вот, а это VP 4, для тех, кто любит по 4 баночки заряжать. Ладно, пошли смотреть вторую зарядку, эту убираем. Так, переходим к VC 4. Что умеет это зарядное устройство? Оно умеет заряжать не только литий-ион, но и никель-метал-гидрид. Скажите, о! А почему VC 2 не могла? Вот я сам не знаю, удивляюсь, почему не могла. Видимо, решили оставить это на более новую зарядку. Еще раз говорю, это не обзор, это просто распаковка. И мы смотрим комплектацию и тут же проверяем работоспособность. То есть, все по-быстренькому, Ну, здесь, я думаю, все понятно всем. Все понятно всем, что уже, ну... Зарядки от X-Star умеют оживлять там аккумуляторы, которые в ноль разрядились, да, правильно выключаются. В общем, ну, блин, это уже как бы стандартно стало, я даже не озвучиваю. Вот, ну ладно, давайте смотреть. О, хорошо, по традиции VC-серии она идет в таком кейсе, вообще классно. То есть, бери с собой в дорогу, приятель, вот это классно, вот это хорошо. Хорошая вещь, очень удобно, потому что бывает нужно куда-то взять, в чемодан, в рюкзак, да. И, ну, вот с таким вот мешочком все это гораздо приятнее. Так, убираем, всякий мусор попадал. Мешочек у нас... синтетика какая-то, плотный, очень плотный, такое ощущение, что двойной, здесь какая-то мягкая ткань, вообще класс, мешочек классный, 5 с плюсом. И вот, пожалуйста, у нас питание, включаем сейчас, оп, включили, побежало, также все моргает, красиво, раскрасиво дисплей. Подсвечиваются номера каналов. Камера сейчас не передаст ни хрена на самом деле, как они подсвечиваются. Ну, так все видно. Так, здесь что переключается, пока непонятно. Давайте загрузим. Ее. Начнем с лития. Раз с литий. Два литий. Ну, три литий, предположим. И никель-метал-гидрид. Опа! Но если сейчас это все не взорвется, то будет замечательно. Так, что тут? Сейчас я попробую не в камеру посмотреть, а так, как переключать-то? Ага, понятно. Переключает каналы, channel 1 и 4, вот эти два. 1 и 3, вот эти два. Показ напряжения, 3,8 вольта, здесь 1,3, то есть он определил уже, что здесь у нас... Ой, вам не видно ни хрена же, сейчас, вот, все. Смотрите, здесь он определил, что здесь находится никель-метал-гидрид, и поставил ограничение, здесь он понял, что находится литий. А в этих, в двух точно литий. Вот, пожалуйста. Как будет работать алгоритм, мы все это посмотрим. Ток показывает пол ампера входящий. Ну вот не знаю, правда или нет, потому что сейчас у меня блок питания дает 1 ампер, а он почему-то показывает пол ампера. Посмотрим, потому что и VC 2 тоже вела себя странно порой с датчиком входящего тока, сколько чего там, да? Может и здесь такая же проблема. А ну давайте попробуем, если вот так выключить, вначале вставить, а потом включить. Такой вариант. Ну-ка. Все равно показывает 0,5. Хотя, я сейчас прям еще раз отдельно включу 2-амперник. Вот, пожалуйста, сейчас включу 2-амперник. Ну-ка. Ну, интересно. Что, все равно 0,5 показывает, да? Смотрите, да. Все равно показывает, что 0,5. Но почему до 1 ампера шкала не идет? Предположим, мы сейчас уберем
вообще оставим один аккумулятор. А, вот в чем проблема, смотрите. Когда один аккумулятор, у нас 1 ампер заливается. Когда два, тоже 1 ампер заливается. Ну, блин, болезненник стар. Доделайте этот момент, чтобы везде 1 ампер кушал. А тут все, пол ампера. Если надо, пускай даже 2 ампера надо дать, или там 3. Но главное, чтобы все кушали по 1 амперу, все 4 слота. Что ж вы так? Что ж вы так, что ж вы так? А так раз, и все. Ну, тут хотя бы показывает по-честному, да, что, что где и как. VC2 там алгоритм весьма, весьма странно. Все, друзья, на этом все. Давайте тогда уж встретимся во время, как говорится, тестов на вот эти два зарядные устройства от Xstar. Все, здесь только литий, здесь и литий, и никель-металл-гидрид. Что интересно, как будет никель заряжать, мне лично интересно. Потому что хочется освободить место на рабочем столе, хочется видеть залитую емкость, как в никеле, так и в литии. И, похоже, VC4 это дает. А под литий, чисто чтобы включил и заливай, ну вот чем не вариант. В принципе, конкурентик такой получается Найткору в чем-то. Посмотрим. В общем, пока не берусь делать какие-то предположения. Вы же знаете, вначале мне нужно проверить, посмотреть, как это все работает, хорошо или плохо, где какие косяки. Вначале одним попользуюсь, потом вторым, и вам уже по итогу все расскажу, как есть. На этом все, друзья. Спасибо большое за внимание. С вами был я, Метатроныч. И мы рассматривали зарядные устройства, новенькие, от Xstar. Как говорится, раскрывайте описание под этим видео, читайте внимательно, там все написано, что и где, как, почем. Вот, не задавайте глупых вопросов, потому что все, все в описании, просто разверни описание, почитай, переходи и смотри. Все просто, я уже не знаю, как вам объяснить. А если все понравилось и, ну, кому интересно эти зарядные устройства, вы ожидаете обзоры на них от меня, ну, тоже напишите, что да, интересно, какое это будет устройство, какое это. Такие вот дела, такая песня, два зарядничка от Xstar, 4-слотовые, универсальные, только литий. Да, я уже все сказал, собственно. Еще раз спасибо за внимание, друзья. И, приятель, проведи остаток своей жизни с пользой. С вами был я, Олег Гром, или Метатроныч. До скорых встреч. Пока-пока.